Сегодня какое? 5 мая? Мне Альбина говорит, Марина, ну возьми ее. Субтропики, говорит, уже и бабушки. Не-не-не, они были раньше, я маленький пацаном был в Пашковке, серьезно. Ну не знаю, я в детстве в жизни не видел. Возьми ее. Никогда. Возьми в руку просто, чтобы показать, как она. Аккуратно. То есть это 2012 год, 5 мая, да? Да. Красота какая, ты посмотри. Ты посмотри, какая красота все-таки. Угу. А усики какие, посмотри, бабочку. Ну зачем она мне? Она вот сидит, вот и все. Хочешь, возьми тебе усики посадить. Ну что, и соседи заодно сниму, да? Так, а ну. Да красота, это просто. А рога прямо ужасные. Это антенны у нее, антенки, антенки, да, 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 да. Возьми в банку посадишь. Маме еще покажешь, еще у нас не все. А ну мать, скажи, на руке вот так сделай ее, вот так, да, да, да. О, ой, красота. Красота, какая. Конечно, конечно. Вон маломинскую сейчас. Да, да, да. Редчайше, то есть я не видел их. То есть десятилетия не видел. Просто в детстве они летали по ночи. Ну, не, а, ну я ночью, может, и ходила, но я не видела в детстве вообще таких бабочек. Маленькие они всю жизнь летают. Не-не-не, я вот я вам серьезно говорю, это они ночные. Мы только-только вспомнили. Буквально я вспоминал ее. Я говорю, Марина, вот сейчас, говорю, обидно, нету, ну все.